Вся жизнь на сцене театра. Народный артист СССР Валерий Яковлев отметил свой 80-летний юбилей. Творческий вечер прошел в родном для юбиляра Чувашском академическом драматическом театре. Поздравить выдающегося режиссера пришли родные, коллеги, друзья, ученики и почитатели таланта. Его называют мастером перевоплощений. Обаятельный, разносторонний, невероятный Валерий Николаевич Яковлев каждый свой образ доводил до совершенства. Он воплотил яркие роли в спектаклях «Кровавая свадьба», «Плач девушки на заре», «Ежевика вдоль плетня». На его счету более 30 постановок. В театр Валерий Яковлев влюбился в юности и верен сцене уже более 60 лет. Выпускник Чувашской студии Государственного института театрального искусства в Москве, дважды окончил ГИТИС по специальностям актерское мастерство и режиссура. С 1961 года хранит верность Чувашскому драмтеатру, где служил актером, режиссером, главным режиссером, а теперь художественным руководителем. Человек-праздник и нескончаемый источник энергии. У него много почетных званий. Он лауреат множества фестивалей и премий. А 4 октября указом президента страны Валерий Яковлев награжден орденом за заслуги перед Отечеством. Но самая важная для него награда – это признание и любовь зрителей.